Сирийская армия продолжает наступление на позиции боевиков, которые не желают соблюдать режим прекращения огня. Бои локального характера порой принимают ожесточенный характер. Одна из горячих точек – север провинции Хама. В ходе ожесточенных столкновений сирийская армия выбила боевиков из нескольких населенных пунктов на севере провинции Хама. ВВС Сирии при поддержке ВКС России провели серию авиаударов по укрепленным районам террористов в этом районе. В провинции Алеппо возобновились боевые столкновения между боевиками ИГИЛ и правительственными войсками в районе артиллерийской базы города Эль-Рамуса. Это стратегически важная точка. Турция тем временем направила в провинцию Алеппо дополнительные силы в рамках военной операции «Щит Евфрата». На турецко-сирийской границе замечен крупный конвой бронетехники. Отряды сирийских повстанцев при поддержке турецких танков и бронеавтомобилей освобождают от террористов ИГИЛ поселения в районе городов Эль-Рай и Джераблус.